Главным следственным управлением, Главного управления МВД России по городу Москве было предъявлено обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы, которая занималась производством и распространением поддельных товаров. В марте текущего года сотрудники полиции Главного управления МВД России по городу Москве задержали 14 участников организованной группы, которая производила продукцию под видом товаров народного потребления под известными марками без специального разрешения правообладателей. Полученную продукцию злоумышленники распространяли через интернет-сайты на территории России. Сумма общего материального ущерба, причиненного правообладателям противоправными действиями злоумышленников, составила более 28 миллионов рублей, что является особо крупным размером. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты товары и средства для их изготовления, мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, денежные средства, которые использовались в противоправной деятельности участников группы. В ходе расследования уголовного дела были установлены еще 3 лиц, причастных к совершению указанного преступления. В отношении 7 фигурантов избрано мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 3 – домашний арест, в отношении еще 7 человек – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время 17 соучастникам предъявлено обвинение в окончательной редакции.